Продолжение дня 24 июня. Вот, мы вот пришли с ребятами, с Кириллом, с Нестором, там вот, с лагерными ребятами. Ремонт проводим крыши. Вот Кирилл там забивает. Вот, рубероид постелили. Конечно, все такое ветхое. Ну, вот, по крайней мере, хоть как-то заделать стараемся. Сейчас я поднимусь. Да. Я там чуть-чуть пойдем, побил доски вторую. Ну и что, это нормально. Вот, все, сгнило уже. Мы стараемся хоть как-то подчинить лоскутами, которые нам дал Игорь Барабаш со своего зерносклада. Вот сейчас даже крышу видно, вон большой амбар такой, ангар. Он железом перекрыл, а рубероид нам отдал. И вот мы стараемся кое-где что-то сделать. Вот Нестор тоже старается. Ничего, Нестор, потом навык будет хороший, будешь хорошо забивать. Где Иоль? Что-то здесь молоток считается. А вот и оголенный провод. Ну, убери оттуда, Кирилл. Отойди тогда. Я сам забью. Бери другую доску. Кирилл, Кирилл. Кирилл, отойди оттуда. Это очень опасно. Хотя он должен быть отключен, потому что здесь электричеством мы не пользуемся. Давно уже. Так, вот она, маленькая доска. Вот эту мы с собой еще взяли. Да, вот ее. Вот сюда можешь на край куда-то сделать. Вот так? Да. Только эти края подогни, они должны торчать. Во. И туда тоже на край какую-нибудь узкую полоску рубероида вон туда положи. Вот здесь вот, вот в этом месте. Чтобы здесь вода тоже не протекала. И под него засунешь, под этот кусок. Нет, подлиннее возьми. Мы тут поднимали подвижки какие-то были. Ну, Нестор. Мешайся. Нестор прибил, все. Дальше иди там. Там эти убери. Рейки. Вот эти надо убрать. Вот он. Выдергай. Вот так отпадывает. Вот здесь клади его, пригодится еще. Оторви, оторви эту часть. Она ешь. И должен под это подсунуть, чтобы вода стекала по нему. То есть под эту. Подними, подними. Подними, вот под эту. А, под эту? Да, вот. Вот подсунь. Вот. Еще, еще больше пошло. Конечно, она же перекрыла сантиметров. Ага. 5. Все. Вот, сейчас можно, да. Так, доска. Значит... Нестор, ты что делаешь прямо на крыше? Забиваю. На крыше не делай этого, где рубероид. Ты порежешь заново ее. Ты там в доску хоть попадаешь? Да, в доску. Смотрел. Надо было чуть подальше отступить. Ну да. Так, да. Ты перехватись немножко, что ты слишком близко. Слышь, Кирилл? Немножко отступи от самого мотолка.
молотка. Да. О. Еще два, она тебе не прижала. Ну. Вот так. О, сейчас другой край. Тут на два гвоздя хватит. Что там у меня огру-то? Ура! Давай делай. Ничего себе. Надо снова пробил. Ну все, слава богу за все.